Witam Was bardzo serdecznie już w 10 odcinku z Zagraj Metro Las, co jest lepsze na innych sodów. Jak pamiętacie, jechaliśmy do Bunkra w Morzu Kaspijskim. Nie będziemy przybliżać jego podziemia. Przepraszam, dopiero w tym odcinku się odzywam, ale coś mam problemy z mikrofonem w spadkach, więc teraz nagrywam mikrofonie z laptopa. Mam nadzieję, że mnie wybaczycie. I więc będziemy dalej przybliżać się 30 metra, który już nie jest w metrze. Ale mam nadzieję, że będziecie dobrze bawić. Jak ja. Słuchaj sobie tyle, życzę miłego wolnego. Девица в беде оказалась не такой уж и беззащитной. Гюль – одна из последних местных жителей, все еще пытавшихся бороться с бандитами. Потому они и осадили ее маяк. Когда с бандитами было покончено, она пообещала показать путь в бункер центра связи. Гюль рассказала, что там работала ее мать, и что после войны центр еще какое-то время продолжал работу, собирая карты заражения местности. Это как раз то, что нам надо. Пора снова спуститься в подземелье. Если мамин вещи увидишь, принеси. Большое спасибо говорить буду, сколько жив буду.
ждать дальнейших указаний. Слышал, Артём? Степаныч, херовые дела. Через те трещины, что на нижнем уровне получились, как крайний раз тряхануло, газ просачивается. Токсичный, чтоб ты понимал. Вентиляция его пока вытягивает, справляется. Но что, если снова свет отрубится? Или тряхнет еще разок, и трещины пошире откроются? Я Викторовичу доложил, но он в своем репертуаре. Сидит у себя в командирском кабинете, бухает и толдычит одно и то же. Не разводить панику, придерживаться директивы 01. Да, уже и не знаю, что тут делать-то. Вентиляция работает в штатном режиме. Всем действовать согласно инструкции.
Нужно попасть через вентиляцию из смежного помещения. Поищи вход там. Перебрались на старый маяк. О том, чтобы дальше жить с Гюль в этой норе, не может быть и речи. Каждый день открываются новые газовые гейзеры. Скоро весь бункер завалится. Надеяться не на что. Никто уже не знает, зачем мы здесь. Работать невозможно. Спускаюсь вниз только за жалкими крохами, которые теперь называются пайком. Хочется верить, что наверху безопаснее, но это тоже самообман. Люди голодают. Каждый день новости о новых, все более жестоких нападениях и убийствах. Все мысли о Гюль. Доченька, неужели этот кошмар и есть мир, в котором тебе теперь жить?
порядке. Электричество почти вышел весь, скоро совсем жёг! А, шайтан! Артём, Гюль, уходим! Пока есть свет, они не бросятся! Бегом, марш!
Карта у нас. Так что осталось отвезти их полковнику на базу. Кстати, тачку эту я пригнал. Она тут, на причале. Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещинах. Мама говорил, его много чинил. И остальное тоже. Ты, брат Мэтт. Спасибо тебе, Артём. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принес. Вы очень везучи. Мунай-Байлер много поход ушел, почти весь. Если Орда был тут, вы бы уже мертвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. А, Мунай-Байлер. Это по-русски получается нефтяники, пожалуй. Меня слушал. Как идти, рассказываю. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт когда-то был. Аня должна быть где-то там. Свяжись с ней. Наверняка она нашла что-то интересное. Давай, Артём. Хорошей дороги. До свидания, Артём. Юль. База, это Анна. Черт, этот песок. Я рядом с портом, слежу за основной дорогой. Активность пока ничего особенного, но лишний звук бы не помешал. Привет, Анна. Отправляю твои координаты нашим разведчикам.